Вау! Друзья, всем привет! Вы на канале Автовеста. Я делюсь своими эмоциями, впечатлениями о владении автомобиля Лада Веста. Итак, недавно я был у дилера на ТО2. После этого еще не смотрел, на каком уровне масла у меня сейчас двигатели. Давайте же проверим, новое масло на каком уровне и берет ли автомобиль Лада Веста масло. И дальше, после 20 тысяч пробега. Ну что, погнали! Итак, проверяем масло. Ой, холодно, ребят, с первым снегом у нас. Ну вот масло, которое на втором ТО было залито в автомобиль. Напомню, автомобиль у меня Lada Vesta SV. Ну я скажу по максимуму, ни капельки, ни граммулечки не ушло. Все на месте. Еще раз смотрим. Все на месте по максимальному риску, друзья. Смотрите, масло уже пожелтело, оно было, мне кажется, более белое, когда на щупе проверяли у дилера, когда залили. Ну еще контрольно давайте посмотрим. Третий раз. Машина, видите, у меня постоянно живет на улице. Обычно я завожу машину с автозапуска. И даже летом, и даже зимой мне так комфортно и удобно. Ну как, масло, смотрите. Ну, по максималочке, по верхней риске залито масло. Супер. Ну, скажу, что пока масло не взял. Меня это радует. Но я повторюсь, ребят, может, я не рассказывал. Я, получается, мотор достаточно уже больше стал крутить, и расход у меня прилично так увеличился. Если раньше у меня там было 8,6, то у меня сейчас по расходу где-то 9,7-9,8, ближе к 10 литрам расход топлива. Вот хотел поделиться с вами вот этими впечатлениями. То есть кручу двигатель сейчас, и расход у меня средний увеличился. Ну, город в основном у меня движение по городу, друзья. Как вы можете наблюдать, подкапотное пространство у меня все чистенько, аккуратненько. Ни разу ничего не мыл после покупки машины под капотом. Так, тряпочки беру иногда, протираю вот здесь, если уже сильно грязно. Так, значит, масло не берет мотор пока. Но мы будем наблюдать этот момент. Поэтому подписывайтесь на канал и вообще пишите побольше комментариев. Мне приятно с вами общаться. Всем пока-пока, друзья. До скорой встречи.